Так, ну что, пойдем с минус первого этажа. У нас здесь вкусняшки. Лапин сыр. Вот такой вот. Сырочек, колбаска, ручная работа. Здрасте, здрасте. Так, сортовые сингониумы у нас. Вчера мы их с вами видели уже. Вот, немножко подраскупили здесь растения. Больше 100 видов сингониумов. Вау. Созвездие, по-моему, тайское. Интересно. Так, подставки. Пройду еще, спасибо. Вот, есть подставочки на зоны Wildberries. Прекрасно. Так. Торис Орхидс. Все как мы любим. Интересненько. Это сама Архама, но у меня сама коллекция. Поэтому выбираю все как для себя. Каждое растение, вот. Как свою коллекцию. Есть. Поэтому давайте я подержу в один. Второй покрутите. Чтобы все понравилось. Тут у нас активно выбирают цветочки. Всем привет. Да. Группа. Здесь у нас стол 169 Green Marie. Мы вчера тоже ее видели. Смотрите, тилансии есть. Вот тилансии лежат. Бегонии. Так, тут у нас папоротники. Вот он. Разное множество папоротников. О, 6000 папоротников. Какой-то редкий, наверное. Я в папоротниках ничего почти не понимаю, но они интересные. Эльмир Тофиковна очень любит папоротники разные. Грунт для папоротников. Интересные. Папоротнички. Платицериум бифуркатум вон стоит. Калладиумы. Интересно. Вы посмотрите, как все раскупили. Вчера было много. Сегодня вон вообще ничего нет почти. Декоративные лиственные растения, опять подставочки. Куперстик. Металлические подставки. Ну и для орхидеи удобно тоже. Почему бы и нет? Взять, заплести. А вот такой декоративный лист можно сделать. Тут своп. Своп растений. Я тоже кое-что принес из орхидеи. Надо будет поставить на стол. Вот, но я поставлю чуть попозже. Здесь у нас, что тут у нас? Тут у нас мерч. Мерч орхидиума. Так. Здесь, смотрите, подросточки орхидей. Вандочки. Разные подростки. Так. Орхистка. Какое название интересное. Так, здесь у нас хои. Интересные. Всевозможные хои. Вот это вот красиво, с крученными листьями. Много растений. Так, здесь уже букеты и сухоцветов всякие. Такие. Вот у нас Оксана Новикова, 176 стол. Оксана Новикова. Так. Здесь у нас суккулентные растения. Смотрите, какие красивые. Ну, суккуленты, я, честно признаюсь, ничего не понимаю в них. Смотрите, какой помидор. Если там жарко, помидор, да, интересный. Если там прям жарит солнце, 8 часов прямого солнца уже не надо. Здесь у нас опять же, вчера наши знакомые уже, Lemon Garden. И лимоны, и ананасы, все, что хочешь. Так, Quick. Ну, по поводу квика мы вчера уже с вами говорили. Прекрасный концентрат. А подскажите, вот они отличаются вообще? Нет, не отличаются. То есть и вот этот, и вот этот, и вот этот? Нет, вот. А это концентрат микроэлементов, мочевина и магний. Один к 1000 разведения, квик один к 100 разводится. На гидропонике один к 70. Для орхидных один к 500. Ну, здесь у нас садовые растения. Мы в прошлый раз с вами это тоже видели. Тут и семена редких растений имеются. Посмотрите, четырехлистный клевер есть. Вот, заламинированный. Кто-то искал белый. У меня, кстати, в кошельке лежит. Я в детстве как-то нашел и тоже его в скотч заламинировал. Вот, пойдем с вами наверх теперь. Посмотрим, что у нас там есть. Так, ну а мы пришли уже на второй этаж. Ну, считай, на первый. Вот.
Так, орхидеи здесь. Максиллярия вот в таком огромном качестве, да, в таком большом размере. И 1500 всего. Очень хорошая цена. Так. Сегодня посвободнее, людей не так много. Шалерианы. Вот, смотрите, какая миниатюра. Ага. Сейчас. Прекрасно. Подожди-ка, сейчас я соображу вот так. Так. Там еще висят немножко миниатюр. Так. Даже на цветоносах вот есть. Смотрите, какая вариегатность интересная, ярко-зеленая такая. Вот это, очень красивая. Вот, прям напополам лист. Очень красиво. Так, экзотик флора. Здесь у нас хои. Секоний? Это кто такой? Да, это фикус. Я просто увидел плоды и думаю, это же секонии. Да, это секонии. Значит, фикус. Ну, нет, я имею в виду плод секоний. Просто по плоду так-то не увидишь по листу, что это. А по плоду узнаешь сразу, что это фикус точно. Так, о, сегодня появилась уценка, смотрите-ка. Сегодня есть уценочка. Такие котлеи. Телефон с котлей. Нашли. Всем огромное спасибо, кто пытался его найти. Смотрите, талумни. Все хорошо, радуемся. Много талумни. Так. Мне надо пойти купить горшки. Это скоро я туда пойду и доберусь уже. Так. Смотрите, какие листья красивые у котлей. А, у меня такая похожа. Похожая есть. Мунстар. Вот, смотрите, сорт такой красивый прям. Очень красивый. Вот это тоже шикарно, кстати, вот этот сорт. Вот еще, смотрите. Красивенький, ага. Так. Бураны. Ой. Это Грин Бэтмен. Грин Бэтмен у меня тоже есть такой. Стюартиана Насип. Тоже такая есть. Дэвид Лим. Дэвид Лим. Очень интересный сорт. Смотрите, цветущий психопсис даже есть. Вот он. Грамматофилумы. Но там посмотрите, какие они огромные, грамматофилумы вон. Видите, у них корни все торчат вверх. Но для них надо место. Нужно место. И мы, кстати говоря, спросили, вот это целлогены, действительно ли они теплого содержания? Да. Нам продавцы подтвердили, видите, все разобрали, осталась только одна. Да-да-да, мы вчера с вами говорили уже, спасибо. Так, очень большое количество фиалок у нас в этом году. Вот такие столы у нас, фитодизайн. Вот, а вот у этих ребят полироса фло. Мне нужно купить свои горшки, потому что я уже давно хотел у них купить. Мне очень понравились вот эти горшки, вот такие. У меня в них сейчас сидит и фаленопсисы, и пафиопедилумы у меня сидят. И мне очень понравилось. Мне надо будет сейчас закупиться. Вот. Поэтому с вашего разрешения я заканчиваю видеосъемку, покупаю себе горшки и пойду дальше. Так, ну что, я закупил себе горшков. Огромное количество. Вот, на несколько тысяч рублей. Ну, вы знаете, да, всю мою коллекцию, сколько у меня растений, поэтому мне это необходимо. Так, тут у нас биобокс. Ну, в биобоксе в основном тропические растения, да, тот, кто занимается флорариумом, вы их должны знать. Вот. Мы вчера были у Андрея на лекции, великолепной по пузырчаткам. И вот как раз флорариумные растения. Вот. Так, посмотрим с вами, что у нас есть у орхообзора, фаленопсиса. Ну-ка посмотрим. Ой, смотрите, они даже уценку привезли в этот раз. Интересно. Не выкидывают хотя бы. После часа вот даже распродажа. А сколько процентов не говорили? Нет, жалко.
Вот. Орка обзор. Смотрите. Ага. Я хочу 2 рубля. Интересные сорта. Вот, смотрите, какой пилор красивый. Мне нужны тривиальные сорта, обыкновенные для проекта. Вот, смотрите, вот вроде бы, да, простой сорт, но вообще не простой сорт. Вообще не простой. Вот, а мне надо с простой губой. Вот, смотрите, тоже красавчик какой. Вот. Так. Стен Био Бонефорте. Стимуляторы роста. Я, кстати, пользовался вот этим биостимулятором роста, мне понравился. Вот так. Ну, Бонефорте, вы знаете, наверное, все удобрения. Да, и первые, и вторые. Прекрасное удобрение. Вообще средство хорошее, по отзывам. Мне нравится. Я, кстати говоря, тоже ими пользовался. Вот. Вы смотрите, какая галтованная кора, пакет огромный. Да. Тут пробка. Надо ее как-то преодолеть. Нам необходимо преодолеть пробку. Так. Посмотрим-ка, что у нас тут имеется. УЗИБО. Это стенд ЗИБО. Так. Интересно. Вот мне вот этот сорт очень понравился, но этот ценник везде, он везде такой, 10 тысяч. Вот. Попкорна очень много. Наша копченая колбаса. Green Batman, кстати говоря, вот цветущий уже. Это вот точно сорт Green Batman. Дикие коты. Кстати, котов много. Вот, 2200 коты. Зибо говорила вчера, что они ароматные. Ну, я склонен верить, не буду проверять. Вы посмотрите, какой биглип красивый. 2500. Очень красивый биглип. Я вот об этом все думаю, о Вуду. Я не знаю. Мне он прям нравится. Но мне нужен для проекта совершенно обыкновенные фаленопсисы. И мне кажется, что мне проще съездить в Оби или в Леруа какой-нибудь. Дикие коты. Вот. Ой, это великолепные горшки ручной работы. Вы посмотрите. Вот нам махают уже. Привет, привет. Вот. Вон. Ребята подарили тут Green Rare растюшку, уже посадили. Это традиция. Традиция, каждый орхидеум с Green Rare обменивается растениями? Да. А вы им горшки? Конечно. Ну тогда все честно. Синергия. Синергия, понятно, прекрасно. Ну, хороших продаж сегодня. Спасибо. Так. Тут декоративно-лиственные у нас растения имеются. Алаказии. Смотрите, какая красивая. Кстати говоря, такая огромная, 3500. Это очень дешево. Тиланси. Смотрите, какая деточка там внутри растет. Маленькая деточка. Так, стол. Вот он. 33 суккулента. Так. А, мне сейчас надо купить гибискусы. Мне просил друг купить ему гибискусы, поэтому... Мы сейчас будем покупать гибискусы. Вот. Все. Вот, смотрите, сорта. Прекрасные сорта. Так. Все. Так, ну давайте будем покупать. Так, ну все. Мы у гибискусов закупились моему другу. Он просил просто купить ему 2 растения. Я купил. Так. Тут котлеи, посмотрите. Я раньше покупал у них посевы котлеи, очень интересные были, но сейчас что-то я их не вижу. Ну, это та, которая... Вот, интересно. А вот это быстрее. Малышки. Ну, цветущие, наверное, все раскупили, вот, поэтому жалко не цветущих. Так, а здесь у нас арт-объект целый. Художница Ксения Малыш, которая делает свои великолепные работы. Вот их можно увидеть. Так.
Орхидеи Азии у нас опять. Давайте с вами посмотрим. Я вчера только купил у них всякую малышню себе. Вот. Смотрите, какой кусок. Бульбофилума. Так, надо будет что-нибудь еще, может быть, прикупить, не знаю. Так, вот красивый дендробиум. Вот, посмотрите, миниатюра, миниатюра. Есть даже фласки. Небольшие фласочки. Так. Дендробиум какой красивый. Вот это. Я себе вчера купил вот там. А, триас вот этот вот. Дециклора. Триас дециклора. Вот, прекрасный. Так, тут у нас суккуленты и декоративно-лиственные растения. Так, алоказии какие крупные, красивые. Тут, смотрите, какие листья. Гибриды, между прочим, да? А, это семена. Это семена продаются. Интересно. Ой, пойдем смотреть дальше. Так. Препараты наши. Кстати говоря, мне препараты нужны будут. Я сейчас попозже подойду, тоже куплю себе препаратов. Вот. Так, горшочки. Flora Pots. Интересно. Ну, Pink Orchid просто поражают. Смотрите. У Pink Orchid великолепное качество. Смотрите, какие ванды. Но мы вчера все купили себе уже. Сегодня уже остаточки. Но остатки сладкие, как говорится. Так. Вот контакты Pink Orchid. Дринхастилисы детеныши. И вот взрослые дринхастилисы. Но ванды, цветущие в таком качестве, привезти я уже сказал на своем обзоре, что это невозможно. Вот, смотрите. Ярко-желтые ванды были. Вчера были просто вау. Сегодня вот то, что осталось у ребят. Вот такие детеныши. Дриносис. Вандочки маленькие, ансидиумы. А, так-то вон они еще спрятали. Вон еще орхидеи-то. Мы-то думали, все, вон еще есть. Ой, талумния последняя осталась. Ну, талумнии там везде дорогие, здесь 800 рублей, и вот цветущие даже. А там подороже будут. Так. Вот, мы только вчера слышали лекцию про пузырчатки, и вот они все разнообразные виды пузырчаток, которые только доступны. Вот, посмотрите. Такие интересные. Но мне вот захотелось крупнолистную пузырчатку из всех, кого я слышал. Так. Лиен Гуен. Давайте посмотрим, что у нас есть в этот раз. Какие орхидеи имеются. Так. Ну, я, кстати, я с прошлого орхидиума вот такую орхидею себе купил. Такие у нас есть орхидеи. Ну, тут прям вот с коры сорванные, видите, миниатюры красивые. Бульбофилумы такие. Вот. А вот это на триас похоже. Триас пикта, по-моему. Такой бульбофилум у меня есть, кстати. Вот, надо запомнить, как он у меня цветет был. Ну, посмотрите, какие красивые еще есть. Дендробиум старческий. Вот оно. Что такое, женщина? Все в порядке? Точно? Ну, прекрасно. Прекрасно. Вот такие, это дендробиум старческий. Вот это интересный. Вот. Всякие всевозможные интересные личности, конечно, попадаются на орхидеуме, но... Ой, господи, куда без них-то? Наши ребята интересные, Green Rare. У Green Rare
у Green Rare. Ой, посмотрите, дайте я Platycerium посмотрю. Смотрите, Platycerium бифуркатум какой красивый. Оленерогий папоротничек. Ой, какая миниатюра. Я вот это растение себе хотел как раз. А, может, я его сейчас куплю. Ну, просто, я не знаю, мне так нравится его лист. Он такой странный. Я люблю все странное. Вот. Так, посмотрите. Катасетума. Дендробиума. Ванды, аккуратно. А, шамбурги. Ну, то, что вчера было. А уже цветущих нет, кстати говоря. Видимо, выкупили уже. Помните, да, тут красивый такой был с белыми цветами? Уже выкупили, видимо. Я все, что мог вчера, я уже себе купил. Эрия Бесса, вот это я хотел себе. Надо посмотреть. Кстати говоря, а, нет, без цветоноса. Катасетум вот такой, черный, ароматный. Вот, смотрите, какой дендробиум красивый. Вот этот. Вот котлеи. Бульбофилумы. Ну, кстати, обычно все сделают скидки под последний день Архидиума. А в этот раз что-то у нас скидок нету. Их прям не наблюдается. Единственное, то, что мы увидели, что скидки будут делать там, да, видели? Ну, в конце. Там, где орхидеи были фаленопсисы, там были скидки. Вот они. Посмотрите, какой дендробиум. Сложное название гибрида, но интересно. Так, Владимир Маркин со своими гибридами. Я пошел по стопам Владимира Маркина и тоже буду делать свои собственные гибриды. Вот смотрите, какой. Что я беру? Да. Да, вот, смотрите, какая лекарская. Желтая, яркая. Но трогать я ничего не буду. Вот как оно поставлено, так и будет. Девушки милые, вот. Не берите. Вот. Я же ведь не огурцы продаю. Вот, видите? Поэтому трогать нельзя ничего. Надо смотреть только. Там есть еще плюсы. Много-много их. Вот. Ну, там плеороталисы. Вот, плеороталисы. Вот, сзади стенд. Выставочный интересный тоже. Ох, так, Владимир Чекмарев, седьмой стол. Мы вчера так и не смогли подобраться сюда. Вот, давайте сегодня посмотрим, что здесь представлено у Владимира. Ой, у меня был такой дендробиум, к сожалению, у меня он все. Гикнулся, покупал у Красной Нивы, но все. А, кстати, смотрите, какой интересный триас. Тоже триас, один из видов триасов. А вот это триас пикта, по-моему. У меня таких уже 3 или 2, я не помню, честно. Вот. Давайте посмотрим еще что-нибудь. Здесь у нас, опять же, препараты. Мы вчера их смотрели. Вот. Дальше пойдем прогуляемся. Так. Орхид Эклад. Мы вчера очень много чего купили у Орхид Эклад. Вот. И дендробиум мы вчера купили. Вот такую целлогину мы купили вчера тоже. Вот. Шамбурги тоже есть. Миниатюры. Такие имеются миниатюрные. Орхидеи. Ну и смотрите, Шиллериана какая маленькая. Он красивый. Цветет. 2500. Цветущий уже зато. Азиат. Так. Бульбахилум варигату. Сейчас. Так, ну что, опять же, Красная Нива моя любимейшая. Ой, это посмотрим, ну-ка, орхидейки. Ну, уже что-то-то раскупили. Кстати говоря, вот эту орхидею я хотел. А ну-ка посмотрим, сколько ты стоишь. А, ну да, 3000. Вот она дороговато стоит, но она очень интересная. Ну, у ребят, Green Rare тоже такая есть. Так, это кто у нас тут такой? Ну-ка перевернем. Написано. Гастрохилус обликвис. Ага, сколько ты стоишь у нас, гастрохилус? Ну-ка. 1700, кстати, для гастрохилуса. Ну, это маленький, конечно, но он недорого.
Вон дендрос, смотрите какой. 1900. Кто это у нас тут? Ну-ка посмотрим. Дендробиум. Вульгариум. Нет. Вот, Вирджиниум. Вот так он называется. 1900. Я не могу произнести название. У меня рта не хватает. Интересно, интересно, интересно. Так. Ой, какой папоротник купили здесь. Смотрите-ка. Вот это да. Прекрасный папоротник. Ну, Эльмира Тофиковна папоротниками ценится, конечно. Я не знаю, у меня любовь к папоротникам от, не знаю, там от люблю не могу до не хочу вообще ничего. Смотрите, какая котлея великолепная. Вот эта котлея тоже. Она всю выставку визиткой была. Как будто здесь выставка прям происходит. Дендров или ноутсов такой красавчик. Зеленый с желтым прям такой насыщенный, как будто масло сливочное. И вот еще котлея тоже насыщенная, насыщенная. Она пахнет. Да, она каким-то лимоном пахнет. Интересно очень. Вот дендр тоже цветущий. Смотри, талум нисколько. Дендрофал, смотрите, какой цветет. И вот она, котлея тоже. Очень интересно, много растений. Планета орхидеи. Так. Так, ну что, нам осталось посмотреть еще немножко. Ну, пойдемте посмотрим. У Лены, как обычно, очереди уже огромные. Флауэр, хищные растения. У них в этот раз такой павильон красивый построили. Видите, с трубами прям это влажность создают. Вот так выглядит это все. Очень красиво. Но в этот раз они прям заморочились. Я в прошлый раз купил себе здесь, господи, я забыл, как его называют, все, у меня уже слов нет. Непентас, да, непентас я себе купил в тот раз. Ярко-красный, с большими-большими ловушками, такие прям насыщенные. Вот, смотрите, какие красивые. Вот, вот такой я себе купил. Вот этот. Очень красивый непентас. Так, ну что, 33 орхидеи, как обычно у нас здесь. У меня, у них уже все контлеи уже все расцвели. Их орхидеи. Да? А я не слышала вопрос. А, говорю, все котлеи у меня ваши уже расцвели. Как морковка, понравилась? Морковка великолепная. Один... Можешь, да? Да, уже есть. Уже есть? Уже есть. Смотрю в понедельник. Гляньте. Проверю. А он уже загружен, можете смотреть. Да некогда пока. В понедельник проверю. Окей, окей. Поставь лайк. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Это у Алены надо спросить. Алена, вот Алена в лавандовом платье. Милая барышня стоит. Так. Давайте Алену отпустим, пускай она занимается своими делами. Так. Вот прекрасный фаленопс. Я вот на него все смотрю, смотрю. Я не знаю, надо мне он, не надо. Не знаю. Наверное, надо, но не знаю. Я уже столько всего накупил. Так. Так, а здесь у нас препараты. Мы вчера все купили, сегодня был великолепный мастер-класс. Вот по препаратам. Концентраты вот эти я себе уже купил. Вот. И очень интересный эффект мы получаем. Потому что я ими, правда, пользуюсь, и мне очень понравились препараты. Наши друзья. Ну, мы, как я не скрываю, да, мы с Леной дружим. Вот, и наши друзья тут есть, кто продает эмок свой живой. Вот. Начнем с того, что я достаю. Вот смотрите, какая. Фамилия, имя. Прекрасная. Почитать ваши. Тут началось розыгрыши. Надеюсь, меня будет слышно. Не появляется. Я вытаскиваю другую анкету. И мы этот приз разыгрываем. Вот красивые сорта. Тут котлеи. Качество, кстати говоря, хорошее. Я у Лены просто покупал уже котлеи. Вот, и последнюю поставку. Может быть, мне она так кладет? Я утрирую, конечно, всем она лучшие кладет. Вот, у нее плохих нету. И прям очень хорошее качество. Очень хорошее качество. Вот, смотрите.
катасетумы. Еще вот, прекрасные орхидеи. Да. Это не так, к сожалению. Да. Аккуратненько. Потом мы его разыграем. Потому, что люблю этот сорт. Hot Kiss. Смотри, сколько шалея. Шалашист. Шалашисты 2800, но тут две штуки сразу на блоке сидят. Там по две, видите, сразу. Вон, по две. Поэтому и цена 2800. У меня уже есть, к сожалению, такая, или к счастью. Вот, посмотрите, какая катасетумная группа красивая. Вот, у этих ребят Алексей Орхидеи. Я сегодня купил вот такой. Прекрасный. И причем уже с цветоносом прям купил. Вот. Здесь у нас красиво все. Вот так. Ну как он, на орхидиуме не бывает некрасиво. Не бывает. На орхидиуме все красиво. Видите, стенд такой. Так. Ну, по-моему, мы с вами посмотрели все. Вот. А, нет, вру. Мы еще не ходили туда. Мы к импорт-флоре идем. Мы не ходили к импорт-флоре. Точно. А ну-ка, бежим к импорт-флоре. Вот, у импорт-флора мы сейчас будем. Вот, смотрите, какой красавец. Ну, ему место, конечно, надо, но красавец. Ой, фаленопсис корну секвир. На корну керви. Вот так он выглядит. Я не знаю, это природный вид или нет. Вы простите. Так, параблинопсис. Вот такой я вчера купил себе параблинопсис. Он уже в обзоре есть. Так. Этот интересный. Это кто? Не знаю название, не могу прочитать. Птероцерас терес. Интересно. Не знаю, что за орхидея. Бульбофилум фаленопсис на бульбофилум крентум. Крентум. Интересно, что будет. Смотреть по цветению. А то кот в мешке такой получается. Шалашисто-париши, у меня такая тоже есть уже. Шалашисто-париши Канчанабури. Кстати говоря, у меня тоже такая есть. Но тут крупная, да. Дорогая и крупная. Так, и вот Брасаволу кукулата. Пахнет она ночью. Очень ярко зато, но ночью. Так, сейчас, секундочку. А ну-ка, почему у меня не фокусируется камера? Ну-ка. Почему не фокусируешься? А ну-ка, фокусируй. Вот. Вот. Брасовол кукулат у меня в горшке, она сидит. Теперь, тем более, цена вообще недорого, 2-300. Я покупал дороже. Сразу говорю, дороже покупал. Вот, интересно. Так, ну-ка посмотрим, что у нас еще есть у импорт-флора. Так, много-много-много всего. То есть какой интересный мету. Интересный. А, ну здесь все метушки, да? Вот это ближе край метушный. Угу. Ой, смотрите, какой интересный. Миниатюра прям такая. Ну, продается в маленьком формате, но очень красиво расцветет. Вот тоже. Velvet Prince, красивый сорт. Sogar Elex, всем известный тоже сорт. Вот, вот посмотрите, кто это такой. А, это Стангопея, это тигрина. Интересно, у меня, кстати, они взрослые уже есть, в горшках сидят. Вот, Стангопея тигрина, интересно очень. Ой, какая броскотлея или броссовола. Броссовола, наверное. Паук. А, камбрия, паук, точно, господи, что я несу. Котлея. Так, интересно. Ну, уже поредели ряды, уже нет ничего толком. Не, ну, много растений осталось, конечно, но вчера было намного больше. Такой интересный. Башмачки, большое количество. Фаленопсисы, дендрофалы. Так, здесь давайте на красоту посмотрим. Анцидиумы, дендробиумы, все на цветоносах, между прочим.
Вон какой красивый, ярко-желтый. Вот этот еще есть. Тут и стенгопи, тут и... что у нас еще? 10% скидка, кстати. О, как хорошо. Вот у них тоже скидка есть. Тут лекасты. Вот лекасты, посмотрите, какие. Ну, лекасты для искушенных, конечно. Очень много. Так. Пойдемте-ка посмотрим-ка еще. Так, тут у нас бонсай-выставка. Ну, я ее не буду снимать отдельно. Это надо лично приходить смотреть. Так. Здесь у нас декоративные папоротники ароидные. Стол. Вон какой папоротник красивый. Похож на давали, но это не давали, наверное. Ой, красивый. Суккуленты. На растение скидка. 20%. О, прекрасно как. Приходи, покупай. Так, ага. Так. Ну, а там розыгрыш мы там не пройдем. Как вы видите, там столпотворение людей. Там очень много народу, поэтому мы никак. Так, здесь у нас что? Интересные орхидеи, какие-то лекасты. Котлеи, ванды. Целогина. Вон тоже какая-то детенышная. Вот какая-то котлея. Неофинетия. Дендробиумы вот у другого продавца, вот тоже. Я сейчас пойду на своп отдавать бесплатно дендробиумы свои. Так. Котлеи интересные. Вот. Стол. Ефимова Татьяна Александра Ким. Вот так они выглядят. Вот видите, дендробиумы по скидке. По 250 рублей, по 800 рублей. Вот можно купить. Когда говорят, что все дорогое, ничего не дорогое. Вот видите, угощайтесь. Видите, нас ждут везде. Препараты опять у нас здесь есть. Вот. Ну так, ну вот, дорогие друзья, давайте мы будем на вот этом прекрасном моменте заканчивать наш обзор. Вот. Вот на этом прекрасном моменте будем заканчивать наш обзор. Всем большое спасибо, дорогие друзья. Всех был рад видеть, кто подходил, здоровался. Все архаманы всегда доброжелательные. Встречаются, конечно, странные люди. Вот, но бывает всякое. Вот. Но всем большое спасибо. Рад был всех видеть. И Архидиум прошел в этот раз великолепно, как обычно. Вот. Ну что, всем, как обычно, мое финальное пока-пока.